Всем привет! Сегодня у меня эска, как видите, по двигателю. Переделаем с гидротормозов на вакуум. Вот, значит, вакуумник от сотки в 45-м кузове. Вот, что там? В общем-то, вот эта фигня. Сейчас надо светильник взять. Сам вакуумник я уже поставил, вот он становится точно на то место, как и стоял гидро, вот эта фигня. Вот сама гидро, привод, да, гидроусилитель, вот он, вот его посадочное место, вот точно такие же 4 направляющие, ну, шпильки, вот как и на вакуумнике. Вот вакуумник я для примера положил. Вот точно такое же посадочное место. Вот. И, значит, сам вот эти части, вот это, входит вот в эту часть, да? Тут две дырки. Вот, их надо разъединить, да, и вот теперь вот эта часть, она прям туда в вакуумник и как бы закручивается. Ну, сам вакуумник, как бы, я на самом деле первый раз это делаю, вот, поэтому сейчас вот некоторые нюансы расскажу, которые попались. Вакуумник, конечно, не первый раз снимал, менял. Вот здесь как удобнее сделать. Ну, нижнюю воздуховод надо открутить и бардачок. Вот, и вот эту вот штуку, все жалуются на верхний левый болт. Но если открутить вот эти релюшки, да, тут вот эти, вот это вот, ну, тут всего 4 болта, короче, сама площадка, вот эта часть, вот эта часть прикручивается кверху, вот здесь одна шпилька торчит и вторая шпилька вон там остается, они как бутерброд, вон она. Две части складываются и два, в общем, тут 4 гаечки-то, да, с верхним левым болтом вообще проблем никаких нет. Вот, ну, педаль на месте, ну, каждый раз почему-то, да, концевик, блядь, тормоза, блядь, все равно, блядь, дергаешь, приходится выставлять каждый раз. Подожди секунду. Да, вот еще одна засада. У гидроусилителя вилка, вот эта вилка, которая к педали крепится, крепится вот такой вот штукой. Она у гидроусилителя вилка уже. Вот верхняя это с гидроусилителя, нижняя это с вакуумника. Это тоже с эски, серебристые там, может быть, видели видео, там было, не было, еще не загрузил, наверное, не помню. Вот такой второй, как бы, косяк. Вот без этой штуки, конечно, там гайки надо закручивать, болты не пойдет. Вот, ну и что, потом сейчас найду там грушу где-то под крылом, надо будет вот это гидроусилитель отключить, вот, от груши, вот, и двухконтурный насос гидроусилителя руля он называется, но тут он и усилитель тормозов, вот оба контуры, видать, надо будет менять на одноконтурный. Вот, в принципе, вся замена по вакуумнику. Ну, плюс еще мы здесь будем делать, менять стойки на обычные А6, чтобы избавиться от тормозов НЛО, потому что они здесь, ну, еще пару раз тормознуть,
и все нахер развалится, блядь. Все оторвется, блядь, и развалится. Ну, может быть, будет видео по тормозам, по замене стоек там. Ну, в принципе, это не так сложно. Всем удачи на дорогах. Пока.